Всем привет! Сегодня на обзоре у нас будет мелок Аленка. Я его немножко уже покусала. Вот такой он рыхлый на сколах. Ну, естественно, гладенький здесь, потому что я его почистила. Цвет мела белый. Описывать я его не буду. Я думаю, все знают этот мелок. Все, меня спрашивали, запиваю я водой или нет. Запиваю. Только обычно запиваю после видео. Очень вкусный мел. Тоже один из моих любимчиков. Твердый мелок. На солнышке отлежался. Сейчас мы его намочим. Воды напитался буквально за пару секунд. Цвет у него стал такой не белоснежный, а как сероватый.
мокром виде прям чувствую вкус бетона. Весь пропитался. Этот мел вкусный по-всякому. И мокрый, и сухой. Обалденный. Всем приятного просмотра, всем пока!